Не терпелось мне уже скорее попробовать мою новую пластину от Свенки. Поэтому, когда ко мне пришла моя Лена, я ей с восторгом сказала: садись, сейчас покажу тебе крутые новинки. Вау! Хочу все! Сказала мне Лена. И мы выбрали пластину Body Positive. А потом я ей сказала: хочу попробовать все свои новые яркие лаки. Ты не против такого цветового решения? Конечно нет. Сказала она. И мы начали сразу все тестировать. Представляете? Мне даже не пришлось ее уговаривать. Основной процесс маникюра я вам не стала снимать. А решила перейти к самому главному. К нашему дизайну. В пластине оказалось так много классно крутых картин, что я еле выбрала. Ну и как вы понимаете, я не смогла остановиться на одном-двух пальчиках. И пришлось забить все ногти. Но если грамотно все стилизовать и правильно подобрать оттенки, маникюр будет смотреться очень стильно. Знаю, будете спрашивать. Все использованные материалы закреплю в комментариях. Но у нас получился вот такой маникюр. Я просто влюблена. А как вам наш дизайн?